И, кстати, обращаю внимание, что Биталиум предоставляет возможность не только зарабатывать инвесторам, к примеру, вот как я получаю 400 тысяч в месяц, проинвестировав 20 тысяч долларов, но минимальная сумма инвестиций 100 долларов. И далее, если вы проявите активность, вы сможете зарабатывать большие деньги. Всем привет, друзья! На связи Дмитрий Медведев, и вы на моем канале «Заработок в интернете». Да как же заработать во время кризиса? Как же заработать во время пандемии? На этот вопрос, конечно, много неоднозначных ответов. Я просто покажу, как это делаю я. И в конце этого ролика я проинвестирую 5000 долларов в один из проектов, и моя общая инвестиция в этот проект составит 20 тысяч долларов, что позволяет мне зарабатывать около 400 тысяч рублей в месяц. Ну или 5-6 тысяч долларов в месяц. И многие уже догадались, что речь пойдет о проекте Биталиум. Но сегодня я не буду рассказывать о самом проекте, как там можно заработать, какие бывают пакеты для инвестиций, какой маркетинг, только потому, что всю эту информацию вы сможете найти вот в этих моих роликах, их здесь порядка 10. Также, если нажмете на плейлист, вы сможете поочередно посмотреть каждый. Мало того, что на данный момент уже есть мой личный сайт Биталиум, и подписаться вы сможете вот здесь, в правом верхнем углу, но также ссылочка будет под каждым роликом. И если нажмете сюда, то окажетесь на главной страничке, где, перейдя по вкладочкам, можно будет полностью ознакомиться со всей информацией. К примеру, вот здесь о проекте можно найти всю информацию. Также можно получать последнюю информацию о новостях, найти видеоматериалы вот здесь в видеообзорах. Собственно, вы найдете здесь ту же информацию по видео, что и в плейлистах. И также то, что на канале на главной страничке. И всегда сможете со мной связаться, нажав на контакты и написать мне, либо связаться через соцсети Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram и так далее. А перед тем, как сделать очередную инвестицию, где я покажу до каждой мелочи, как проинвестировать в этот проект, как пополнить депозит и как приобрести пакет, я бы хотел поговорить именно о тех моментах, по которым я принимаю участие в этом проекте. Именно о том, что отличает этот проект от сотни других, которые существуют на данный момент. Почему я считаю этот проект топ-1 2020, 2021, может быть 2022 года? Почему я проинвестировал сюда в принципе такие большие деньги? И почему я вообще доверяю этому проекту? И, конечно же, вся эта информация есть в моих роликах, которые вы можете посмотреть, как я уже сказал, и на моем сайте, и на главной страничке канала, и ссылки будут под каждым роликом. Но здесь я хотел бы обобщить и отметить очень важные моменты. И один из этих моментов я подчеркнул в своем ролике «Биталиум инвестирует 10 тысяч». На тот момент было проинвестировано еще 10 тысяч долларов. И здесь я тоже присутствую вот на конференции, они международные. Так вот, первое, о чем бы я хотел сказать, это международное развитие этого проекта. То есть это не СНГ, а полностью мировое развитие. И вот здесь мы видим Самуэль Волдж, это CEO этого проекта. И два раза в неделю проводятся конференции, на которых присутствуют международные лидеры. Ну и это само собой наводит на мысль, что этот проект будет работать долго. Ну и второй взаимосвязанной причиной, как я вижу, это публичные основатели. Вот как раз этот Самуэль Волдж, и причем он из Швейцарии, это третья причина, потому что этот проект официально зарегистрирован в Швейцарии. Мы ждали примерно 2 месяца этого момента. Этот проект стартовал 26 мая, и вот с 26 мая была какая-то неуверенность. Может быть, это только слухи, что это из Швейцарии проект. Может быть, сам Самуэль не швейцарец, а какой-нибудь, например, украинец или другой национальности человек. Но нет, через 2 месяца после работы проекта, где-то в августе в начале, либо в конце июля, точно не помню, информация вся подтвердилась. Были представлены документы, вы тоже можете посмотреть именно в том же ролике, об официальной регистрации в швейцарском реестре, и это можно проверить, ссылочку я оставлю в описании. Мало того, Самуэль выходил из своего офиса в Швейцарии и показывал с помощью своего смартфона окрестности, где находится его офис. И я с помощью Google Map, так же как любой из вас это может сделать, пробил этот офис, посмотрел, где он находится, и действительно адрес совпадает. И это мы можем увидеть конкретно вот здесь, вот на Google Map.
Также можете посмотреть в том ролике, я это все показывал. Ну и я считаю, это три основных, наиважнейших момента, которые заставляют доверять этому проекту и верить в его долгосрочность. Также в ролике Vitalium, самый полный обзор, вы увидите еще одну из причин, которая заставляет сказать «Вау!». А это легенда проекта. И это не просто легенда. Здесь мы можем иметь доступ к счетам трейдеров, а это является основной доходностью сейчас этого проекта, то есть торговля на криптовалютных биржах. И мало того, что трейдеры каждый месяц предоставляют нам отчетность о своей прибыли, так мы еще можем с помощью программы TeamViewer, которая открывает доступ к их компьютеру, зайти на биржу, на которой они торгуют, и посмотреть все транзакции, то есть и вводы, и выводы, и сделки. И это очень круто, и мы делаем это раз в 2 недели со своими партнерами. Как видите, здесь на счету у них 709 биткоинов, и не один такой у них счет. И при желании даже вы сможете посмотреть и проверить, и убедиться, что все это реально. И я не помню ни одного проекта с такой легендой. Дальше. У этого проекта нет хитрана. Нет какого-то закидывания быстрого денег. Идет плавное развитие, начиная с 26 мая и по сегодняшний день. Очень плавное, планомерное развитие. И плюс к тому, нет никаких льготных счетов. То есть в некоторых проектах такая возможность предоставляется крупным лидерам, которым уже с самого начала на их счета закидывается какая-то сумма денег, ну и ставятся какие-то условия, столько-то человек им нужно пригласить, либо еще выполнить какие-то определенные действия. Здесь такого нет. Каждому подход одинаков, и я лично инвестирую собственные деньги. И, кстати, обращаю внимание, что Vitalium предоставляет возможность не только зарабатывать инвесторам, к примеру, вот как я получаю 400 тысяч в месяц, проинвестировав 20 тысяч долларов, но минимальная сумма инвестиций 100 долларов. И далее, если вы проявите активность, вы сможете зарабатывать большие деньги. Но это уже касается темы маркетинга, и об этом вы можете узнать из этого ролика. Маркетинг подробно. 2 недели назад я об этом рассказывал. И маркетинг в этом проекте супер хороший, который позволяет очень много заработать, но не оказывает нагрузку на финансовую сторону этого проекта. То есть именно на вознаграждение с инвестиций. Ну, либо так скажем, на пассивный доход. И, кстати, забыл еще сказать о такой легендарной личности, как Джим Каткер. И он каждую неделю проводит презентации этой компании, рассказывает о том, как нужно работать в этой компании. И очень много можно узнать о нем в Википедии. Это, грубо говоря, легендарная личность. Он признан по всему миру, огромное количество книг, поэтому, кому будет интересно, просто наберите в поиске и ознакомьтесь с его творчеством. Ну и, кстати, вот это мой один из основных роликов, самый полный обзор. И здесь вам будет очень удобно с помощью тайм-меток найти интересующую вас тему. Здесь они раскрыты в полном объеме. Еще один очень важный момент, то что проект Vitalium уже начинает свое развитие на Земле. То есть, так скажем, не только на просторах интернета, но уже и в офисах. Если вот посмотреть новости на моем сайте, как раз в последней из них я рассказывал о расписании мероприятий в Турции. Именно в Турции был старт, начало этих земных уже больших мероприятий. И это еще раз говорит о том, что у проекта в принципе безоблачное будущее. И я думаю, все только начинается. И вот здесь уже было одно мероприятие в Измире. 13 сентября, то есть буквально через 3 дня, будет мероприятие в Стамбуле. И в Анталии будет очень большое мероприятие 27 сентября, где будет очень много лидеров не только с нашей страны, не только с просторов СНГ, но и международных. Наверняка еще есть несколько моментов, которые я упустил, но думаю, вкратце у вас сложилось представление и, надеюсь, позитивное об этом проекте. Конечно, это хайповый проект. Здесь мы зарабатываем от 27 где-то до 29% в месяц, и это очень большие деньги. Мало того, что проект предоставляет возможность зарабатывать со 100 долларов и, строя сетку, приглашая партнеров, тоже не маленькие деньги. Поэтому, конечно же, здесь присутствуют риски. И поэтому сюда нельзя заходить на последние заемные либо кредитные деньги. И принимать решения должны только вы. Потому что в любом проекте, и включая даже Vitalium, есть вероятность потерять полностью либо частично свои деньги. Но я лично верю в этот проект и на данный момент проинвестировал уже 15 тысяч долларов. И прямо сейчас на ваших глазах проинвестирую еще 5.
всех буду рад видеть в своей команде. Подписаться также можно вот здесь. Здесь есть группа Telegram моя «Заработай вместе», а также отдельный чат по проекту Bitalium, где вы также сможете ознакомиться с последними новостями, получить от меня поддержку. Я отвечу вам на любые вопросы, помогу, если что-то вам необходимо. Окажу вам всевозможную помощь. Ну и поэтому welcome в Bitalium. Кстати, ссылочки на обе эти группы будут в описании. Ну и теперь я вместе с вами проинвестирую в этот проект очередные $5000, и вы увидите, как это сделать. Все в подробностях. Ну и поехали. После того, как вы перешли по ссылке, вы окажетесь вот на такой страничке для регистрации, где первым делом нужно будет заполнить свой никнейм, свою электронную почту, желательно, чтобы это было gmail.com, и создать пароль, чтобы было минимум 8 знаков. Обращаю ваше внимание, что нужно все ввести очень внимательно, так как, видите, пароль мы вводим только однажды. И нажимаем на Register. Далее вы должны прописать фамилию и в этой строке имя, указать свой номер телефона в международном формате и также прописать дату рождения. У кого-то вот здесь проблема, покажу вам, как это сделать. Нужно нажать сюда курсором, далее двойным нажатием нажать на дату, сентябрь 2020 мы видим, нажимаем двойным нажатием и выбираем уже здесь год рождения. Вот можно назад пролистать и, соответственно, выбрать свой год рождения. Я выбираю 1969, нажимаю октябрь и выбираю число. И дата рождения у нас прописана. Далее выбираете свою страну, здесь можно выбрать из списка, соглашаетесь с условиями, то есть ставите две галочки и нажимаете Register. И в принципе аккаунт создан, с чем вас и поздравляю, и остается только подтвердить создание своего аккаунта на электронной почте. Поэтому переходим на электронную почту, видим, что нам пришло письмо от службы поддержки Bitalium, нажимаем соответственно на него, и здесь нам дана ссылка, по которой мы должны пройти, и соответственно мы это и делаем. Далее нас перебрасывает на эту страничку, и нам нужно здесь нажать Click here to process. И видим, что наш аккаунт обновлен, как здесь написано, и нужно нажать Back to Login. И мы попадаем в свой личный кабинет. Давайте нажмем Dashboard. И теперь, чтобы купить один из пакетов, нам нужно нажать Buy Packets. Но перед этим нам нужно положить сумму на наш внутренний кошелек, основной кошелек аккаунта Binance. Поэтому нужно нажать ADT Fans и пополнить Main Wallet. То есть вот этот кошелек, где у нас пока 0. Давайте это с вами и сделаем. Нажимаем ADT Fans. И здесь нам нужно прописать сумму, которую хотим внести на этот кошелек. Я прописываю $5000. И нажимаю ADT Fans. И здесь у нас открывается мерчант, где мы видим сумму в биткоинах, которую мы должны положить на этот кошелек. И видим адрес биткоина, QR-код, а также если нажать на копи, то можно скопировать этот адрес вот здесь. И давайте мы это и сделаем. Нажимаю просто сюда, и адрес скопирован. Нужно только запомнить 1GK и ZZJQ. Переходим на биржу Binance, в мой кошелек биткоина. Переходим чуть вправо и нажимаем на кнопку «Вывод». Здесь в окошко вставляем адрес, который мы только что копировали. И проверяем 1JK и ZZJQ. Все верно. Дальше возвращаемся к инвойсу и уже копируем вот эту сумму. Просто нажимаем сюда. Сумма скопирована. И запоминаем 4 четверки 198. Вносим сюда количество, вставляем. 4 четверки 36 198. И теперь будьте внимательны, так как комиссия при транзакции биткоина составляет 0.304, значит вот здесь нам нужно добавить точка 1, 2, 3 к тройке четверку. Добавляем четверку, убираем тройку, прописываем семерку. И сравниваем цифры, которые получатся на выходе. То есть я получу 0.444436198. И сюда смотрим. 4.4.4.36.198. Все верно. Теперь остается только нажать «Отправить». Нажимаю «Отправить». Ну и в течение 5-10 минут ваш инвойс будет оплачен. Здесь загорится зеленая кнопка, что «Return to Bitalium». Можно вернуться обратно в свой личный кабинет. И мы нажимаем на нее. А здесь мы видим «This invoice has been paid». То есть наш инвойс был оплачен. Нажимаем на зеленую кнопку. И попадаем в свой личный кабинет, где у вас будет 0
И еще минут через 10-15 уже появится 5000. Ну или та сумма, которую, соответственно, вы проинвестируете. И теперь остается только приобрести пакет на 5000 долларов в моем случае. И для этого нам остается нажать только вот на эту синюю кнопку «Buy Package». Видим здесь 4 пакета. Я буду приобретать бизнес от 5 до 14,999 долларов. Для этого вот сюда в строку я ввожу 5000, которые у меня на счету. И видим, что пакет автоматически подсветился. И осталось нажать «Proceed». Подтверждаем, нажимаем «Yes». И видим, что наш пакет куплен. И здесь я вижу, что мой пакет куплен 5000 на 240 дней. И здесь пока будут нули, но со временем пойдет счетчик, и наши доллары будут накапливаться. В моем случае я буду получать где-то 45 долларов в день с этого пакета. Ну и напомню, что это уже очередная моя инвестиция, и теперь общая инвестиция составит 20 тысяч долларов, что позволит мне получать где-то ежемесячно 400 тысяч рублей. Ну и на этом все. Кого заинтересовал проект? Кто хочет зарабатывать вместе со мной, жду вас в своих группах. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что это не последний качественный проект на моем канале. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первым получать оповещения. Ну а также жду от вас лайки, кому зашел мой материал. Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Всем здоровья, большого профита и пока-пока.